Привет, Дукаскоп и сообщество! Сегодня расскажем о результатах конкурса фундаментального анализа, поставщиков сигналов и ноябрьские итоги конкурса трейдеров. А в конце вас ждет перчинка. Поехали! В конкурсе фундаментального анализа в третью неделю декабря было горячо и конкурентно, но не будем затягивать с итогами. Открывая тройку мастеров участник под ником Vibes1991 из Индии. Он в сообществе только с октября, что не помешало ему заработать уже $400 на этом конкурсе. На втором месте прекрасная девушка с никнеймом Наталья Кисенко. 16 верных прогнозов и 7 неверных позволили на этой неделе положить в свой карман $550. Но лавровый венец отправляется в Египет к участнику мистер Халед Бадри. Участие в сообществе с 2014 года позволило ему набраться опыта, сделать 20 верных прогнозов и получить приз в $650. На очереди раздача призов гран-при поставщиков сигналов. Занял третье место АЭА ППК 53 с результатом 1 миллион 67 тысяч. долларов, заработал еще $1000. Второе место занимает MyIdea, которому удалось заработать $1 124 000 прибыли в последние 12 месяцев и $1500 как приятный бонус для серебряного призера. Ликерти из Литвы вновь занял первое место в четвертый раз подряд в 12-месячном конкурсе поставщиков сигналов с годовым результатом $1 845 000 прибыли и 2000 в кармане. Желаю всем самого лучшего в декабрьском противостоянии. И с радостью объявляю победителей моего любимого конкурса трейлеров. Ноябрьская бронза едет в СНГ в Кыргызстан к пользователю Тангел, как и $2500. Словенец Альди Сидема забирает серебро $3500 и уважение сообщества, в котором участник состоит с 2013 года. Золото и $6000 выиграл француз Чай Соу. Согласитесь, приятный бонус за смекалку. Как и обещал, перчинка в конце. Женская дружба существует. Между участницами конкурса Мисс Дукаскопи 2016 сложились прям дружеские отношения. Девушки поддерживали друг друга, ведь призов хватает на всех, кто проявляет активность и становится частичкой Дукаскопи сообщества. Многие участницы освоили Форекс, и это стало их стабильным доходом. Подтянули английский, встретили друзей и нашли вторую половинку. Но говорить об этом не было бы смысла, если бы не было конкурса «Мисс Дукаскопи 2017». 26 декабря мы запускаем регистрацию. Присоединяйтесь и выигрывайте потрясающий шопинг в Женеве. Все зависит только от вас. Регистрируйтесь missdukaskopi.com.